Добрый день, дорогие друзья и самые лучшие зрители. Из-за своей операции я не успела выложить вам видео, отснятое еще в начале лета. Это я обязательно сделаю. Но уже сейчас, гуляя по Москве, я зашла в магазин Кюхенленд и увидела, что там появились осенние товары для осеннего декора дома. Так как я пропустила и весенний обзор Кюхенленда, и летний обзор, я обязательно сделаю вам обзор осенних товаров. Ну а перед этим предлагаю идеи, которые вы можете использовать для декора своего дома. Осень вступит в свои права только через неделю, а пока мы наслаждаемся последним летним месяцем, августом. В огороде созревают тыквочки, кабачки, перчики, баклажаны, капуста и много-много еще чего. А сады, в садах еще так много ярких, красивых цветов. Созревают и рябина, краснеет в ее гроздья, яблоки. Друзья, вокруг так красиво, так изумительно. Предлагаю вам начать погрузиться в эту атмосферу, и чтобы подольше ее сохранить, украсить свой дом этими замечательными вещами, поднять себе настроение, внести позитив в свою жизнь. Итак, предлагаю к просмотру. Thank you.